Всем привет, от Саня Шусами. Сегодня у нас будет распаковочка посылки из Рязани от Паршина Андрея Сергеевича. Посылочка что-то там около 2 килограмм. Кило 700. Давайте распакуем и посмотрим, что же мне прислали. Так, внутри у нас обувная коробка. Давайте заглянем. Бумажки. Кулечек. Еще кулечек. Еще кулек. Так. Что-то неизвестное. Ничего не видно. В общем, сейчас я быстренько распакую и достану, что там внутри, чтобы не тянуть время. Ну и давайте посмотрим, что же мне прислали. Начнем мы с вот такого вот грузовичка. Ну, точнее, в этом видосе будет много грузовичков. Урал. Состояние. Открывается капотик дверки. Все стандартно. Зелочек. Ну, в адекватном состоянии более-менее кабина. Открывается капотик дверки. Зелочек. Открывается капотик дверки. Там ничего нет. Кразик. Открывается капотик дверки. Вот, кстати, вот это, наверное, единственный автомобиль, которого я вот в магазине не наблюдал от технопарка. Вот как-то не попадались они мне на глаза. Очень даже неплохо. Колесики более-менее адекватные. Кстати, мне кажется, они будут более прочные, чем колеса на вот этих двух автомобилях. Они вообще отстойные, очень часто они просто ломаются у точки фиксации на оси. Так. Ну и не совсем грузовичок, но будем считать, что тоже к грузовикам. Почта России. Вот такой вот экземплярчик. По состоянию, кстати, очень даже бодрый. Подкрашены только колесики и все. Теперь у нас газелёха. Салона там вроде бы нет, вообще все кресла вытащены, шины сняты. Да не диски, такое ощущение, что все переломаны и выломаны. Ну, колеса я подберу. Мне, если честно, как бы газелёха постольку-поскольку. Я, наверное, ее обую, ну, что смогу, и найду кому задарить. Спасибо, в любом случае, огромнейшее. Ничего не будет бесхозным, или как это назвать. Всему найдем применение. Ну, один из тех автомобилей, которые, я считаю, что, мягко говоря, неудачный. Ну, вообще, в принципе, технопарк мне не нравится, что они делают. Вот у нас, ну, я думаю, в общем, знаете, что это такое. Сейчас что-то популярность у нее какая-то такая очень подозрительная. А, господи, тут все написано. Крышечка не держится, там нет просто планочки, которая должна фиксировать крышку. Ну, это мелочи жизни. Любой кусочек пластика прикручивайте на саморезик, и все будет нормально. Ну, такая геометрия у нее, мягко говоря, форму, и вообще она выглядит странно. Но это не важно. Приборки нету. Ну и, само собой, технопарк. Еще один отечественный автомобильчик, и не Васик. По состоянию очень даже адекватно, цвет ему, не знаю, мне цвет вот этот нравится, он такой, как сероасфальтовый. Состояние очень хорошее. Велли. А ты, кстати, с дверными картами? Да, с дверными картами. Ну так просто проще. Снимаешь, берешь, разукрашиваешь и все, отдельно красишь дверь. Но тут не надо ничего делать. Машинка в очень хорошем состоянии. БЛР. У меня где-то битый такой есть. Или был. У этого состояние очень даже бодрое. Кстати, я вот все никак не сделаю. Я надеюсь, из вас кто-то сообразит. Люди-то рукастые, в 300 раз рукастее, чем я. Вот хотел я сделать вот это. Видите, да? Прям можно все лицо срезать и переставить на зела. Ну, не, конечно, не с такой, не с целой. Я, в принципе, как факт. Прям целиком вот так. Вместо всей этой морды вся вот эта морда. По мне так будет выглядеть неплохо. Но это все исключительно домыслы и неправда. Еще один представитель отечественного автопрома. Это уже наш автопром. Нет запасочек и нет глазика.
Ну так, в общем, по мелочи есть утраты. Не пойму, что-то клеили, внутри не клеили. Там такое ощущение, что как будто клей. Кузов сам по себе интересен. Шины, блин. Ну, в общем, попытались раскрасить. Получилось не очень удачно. Ну, в целом, попытка. Любая попытка лучше, чем отсутствие попытки. По мне, так такое лучше делать с баллончика. Брать, отбивать все скотчем малярным, ну, либо специальным модельным. Из баллона красить краской. Потому что кисточкой, ну, не знаю, как-то, ну, не очень. Ну, как я уже сказал, лучше так, чем не пробовать совсем. Ну и напоследочек, самый интересный автомобиль, и еще более круто то, что у меня такого нет. Это Bugatti Type 55. Оп. Так, вот вам информация. Он китайский, но он бураговский. Это очень даже здорово. Не знаю, бураговские машинки, конечно, очень хороши для своей души. Пыльненький, я этого товарища натру-протру. У него элементика присутствует, но он отломленный, его видно уже клеили. Буду клеить еще раз, только предварительно засверлюсь сюда, засверлюсь в фонарь. Сделаю тоненькую стальную в такую перемычку, чтобы он больше не отломался. Есть трещина, к сожалению, вот здесь на решетке сверху. В общем, на радиаторе, видите, да, там. Но в целом машинёха бодрая. При повороте руль у нас тоже вращается. Из минусов надо будет оттирать вот эту... Ну, в общем, вот это творчество, видите, да? Ну, а так она по состоянию очень даже адекватная. Замки на месте. Там у нас движочек. А давайте посмотрим хотя бы с одной стороны. Там полностью объемный двигатель, что очень и очень радует. Так, хоп. А что жадничать? Что же жадничать? Давайте посмотрим. Да, шикарно, шикарно. Все на месте, все родное. Это очень и очень радует. Хоп. Либо я перестегну на свой. Ну, в общем, давайте вы мне в комментариях напишите, что мне лучше сделать. Есть у меня, в общем, вот такой экземпляр. Ну и есть у меня вот его собрат. Ну, я считаю, что у меня нет такой модели, потому что вот это все, что у меня есть. Ну, это как бы не особо считается. Он, конечно, по состоянию гораздо был лучше, но у меня нет второй половинки. Вот в этом, конечно, проблема. Я вот думаю... Либо оставить его в том виде, как он есть, либо все-таки на него доставить детали вот с этого. Потому что на моем радиатор целый, на моем передние фары, кажется, вот эта вставка. Ну, в общем, повеселей, посвежее выглядит. Ну да, да, посвежее. Ну и по салону тоже можно будет выдернуть отсюда, потому что, видите, он родной, своя наклеечка, вставочка тоже родная, не покраска ручной работы. Ну вот, не знаю. Прислушаюсь к вашему мнению, то и сделаю. Так что с вас коммент, если, как говорится, не жалко. Всем спасибо за просмотр. Буду признателен за большущий пальчик вверх. Комментарий под видео, что вы думаете о данной посылочке. Всем спасибо, пока-пока, скоро увидимся. Ну и жду вашего вывода по данным ребятам. Подарок хороший.